Здравствуйте, Вести Хакасия на телеканале «Россия», в студии Елена Крылова. И прямо сейчас о главном к этому часу. Отлучилась на 5 минут и до сих пор не вернулась. В Саяногорске третий день разыскивают молодую женщину. Первая операция прошла успешно. Ребенок, на лечение которого деньги собирала вся республика, из больницы вернулся домой. День граненого стакана действительно есть. Сегодня отмечает день рождения один из символов советской эпохи. В Новоогарёво президент России Владимир Путин поздравил с победой 10 избранных глав регионов России. Среди них был и Виктор Зимин. Встреча прошла за круглым столом. Владимир Путин отметил, что все действующие главы победили, и у всех был довольно большой отрыв от конкурентов. А многим удалось усилить свои позиции. Президент напомнил, что теперь политикам предстоит сформировать сильные команды, грамотно расставить новый состав правительства и как можно быстрее продолжить работу. Владимир Владимирович, задача понятна. Я даю слово, что мы работать будем честно и эффективно. Я так говорил своему населению на выборах. Задача одна, то чтобы прирастать в благосостояние региона. И самое главное, безопасность населения. История сомнительной деятельности Центра повышения квалификации медицинских работников в Абакане получила продолжение. Напомню, мы рассказывали о компании, которая предложила медикам повысить профессиональный уровень за определенную плату. Только вот никакого обучения не состоялось и деньги вернуть не удалось. После выхода в эфир материала пострадавшие стали звониться всей республике. А теперь делом заинтересовался отдел полиции по экономической безопасности. Анна Ахпашева продолжает тему. Еще в августе в ходе подготовки первого материала стало очевидно, география пострадавших выходит далеко за пределы Абакана. Доверились руководителю ООО «Престиж» медработники Саяногорска, Аскиза, Краснотуранска. Люди до последнего верили обещаниям и ждали аттестаты. Одними из последних на удочку попались сотрудники санатория «Туманный» из Сорска. 12 человек, врачи, медсестры, купились на обещание организовать приезд комиссии по аттестации. И она в срочном порядке нам весь май названивала, срочно приезжайте, завтра они будут здесь, сдавайте деньги, и вам будет аттестация, сдавайте работы. 3 доктора сдали по 18, и нас остается 7 человек, да, по 12. Ну что-то мы считали сотню с копейками. Я пришла, сидела, сказала, я не выйду, пока вы мне не отдадите мои деньги. Бесполезно. Героиням нашего первого материала, правда, не всем, повезло немного больше. 2 медсестры, самые активные, те, кто первыми забили тревогу и обратились в полицию, неожиданно получили свои деньги. Мы ей написали расписку, что мы претензий не имеем. Но хотя мы ей сразу сказали, что если вы нам по-хорошему деньги не вернете, вы будете платить судебные издержки и еще плюс моральный ущерб. Может, это на нее повлияло. Тем не менее, пострадавших еще очень много. Деятельность ООО «Престиж» заинтересовала правоохранительные структуры. УБЭП провел проверку, итог — возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователю известно о 10 эпизодах мошенничества, но предполагается, что их будет намного больше. Общий ущерб у физических и юридических лиц пока составляет 315 тысяч рублей. Женщине подозреваемой — это генеральный директор учреждения 1944 года рождения, грозит до 6 лет лишения свободы. Мы не раз пытались дозвониться до руководства ООО «Престиж», чтобы услышать их взгляд на эту ситуацию, а возможно даже получить ответ на вопрос, когда же их клиенты получат назад свои деньги. Но, вполне вероятно, на неизвестные номера они телефон не берут. И сегодня же стало известно по прежнему адресу по соседству с Абаканской прокуратурой. ООО «Престиж» больше не работает. Анна Ахпашева, Владислав Пустовой, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Героический поступок школьника из Черногорска сегодня стал поводом для поздравления от сотрудников МЧС. Руководство Главного управления по Хакасии чествовало ученика 4 класса Дениса Мамаева, который спас свою бабушку из задымленной квартиры. Пожар в 2-этажном многоквартирном доме в Черногорске произошел 28 августа. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 1-м этаже шел дым. Очаг пожара находился на кухне. В доме в тот момент была 56-летняя пенсионерка и ее 11-летний внук.
Увидев, что бабушка начала терять сознание, мальчик не испугался, намочил марлю водой, закрыл рот и нос бабушки и себе. Затем он перетащил женщину на балкон и закрыл все двери, чтобы спастись от дыма. За проявленную храбрость, спасение погибавшего на пожаре Денис награжден памятными подарками, которые ему вручил генерал-майор Андрей Фирсов и пожарные Черногорска. А вот сегодняшний пожар в Черногорске закончился трагически. Предположительно, из-за непотушенной сигареты загорелся частный дом. Погиб мужчина. Все произошло накануне ночью. На место прибыло 5 расчетов. К этому моменту открытым пламенем горела крыша одного из домов по всей площади. Соседний дом был изнутри полностью охвачен огнем. Произошел взрыв бытового газового баллона, частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На тушение огнеборцев понадобилось около получаса. В одном из домов они обнаружили труп мужчины, предположительно виновника ЧП. Стоит отметить, это единственный пожар за минувшие сутки в Хакасии. А с начала года в огне погиб 21 человек. Штаб по строительству важнейших объектов-миллиардников прошел сегодня. Министр регионального развития Хакасии оценил ход и качество строительных работ нового корпуса республиканской больницы и здания будущего национального музея. О результатах Юлия Константинова. Трудно поверить, но на этом месте, где сейчас идут строительные работы, буквально через 2,5 года будет шикарный центральный вход одного из красивейших музеев страны. Объект уникальный. Единственный в России музейно-культурный комплекс, где разместятся не только экспозиции. На этом месте будут выставочные концертные залы, фонды, мастерские, зимний сад, помещения для работы с детьми и парковая зона. Согласно проектному решению, по мнению специалистов, эксклюзивному, а значит требующему особого подхода и контроля за ходом строительно-монтажных работ, которые сегодня ведутся строго по графику, в отличие от другого объекта-миллиардника, второго корпуса клинической больницы. Сейчас происходит монтаж шпунтового ограждения, это 40 свай. Достаточно серьезный объем работ, который по плану должен быть выполнен до конца октября. Сегодня мы видим, что ребята явно не успевают, но где-то с недельной задержкой, может быть, не 10, эту работу они выполнят. Причина сбоя – грунтовые воды в котловане. Пришлось устанавливать специальное оборудование, бурить скважину. Сегодня началась откачка, чтобы к субботе можно было приступить к работам бетонным. Красноярские подрядчики заверяют, в течение сентября-октября отставание от графика удастся ликвидировать. Напомню, срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2015 год. К этому времени на месте котлована должно стоять 8-этажное здание, стоимость которого больше 1 000 000 000 рублей. На сегодняшний день освоены первые 13 миллионов. До конца же года только на этом объекте планируется выполнить строительно-монтажные работы на сумму примерно в 200 тысяч рублей. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Полицейские Хакасии разыскивают 23-летнюю жительницу Саяногорска. 6 сентября днем она пошла платить за детский сад и до сих пор не вернулась. Пропавшая Марина Елистратова, у нее 2 маленьких детей, 6 сентября она гуляла с семьей, после чего супруг и дети пошли домой, а Марина в детский сад. Однако там так и не появилась. Заявление в полицию от родственников поступило на следующий день. Они сразу начали поиски. Девушка не злоупотребляет алкоголем, раньше она никогда не уходила из дома. В последний день, когда пропавшую видели, на ней была серая толстовка с капюшоном и голубая футболка, серые шорты и серые балетки. Особая примета – шрам под правым глазом. В Абакане задержан мужчина, который 9 сентября ограбил ломбард. Напомним, он на глазах у продавщицы схватил с витрины лоток с золотом и скрылся. Грабителем оказался 33-летний житель поселка Жемчужного в Ширинском районе. Полицейские предполагают, что деньги ему понадобились на покупку наркотиков. Ущерб ломбарду составил 16 тысяч рублей. Добавим, что все награбленное золото мужчина потерял, пока убегал из ломбарда. Почти все рассыпанные украшения удалось найти. Грабителю грозит до 7 лет лишения свободы. А в Черногорске сотрудницы офиса сотовой связи невнимательность обошлась в 4000 рублей. На кадрах камеры наблюдения видно, как в зал заходит мужчина в фиолетовой футболке. Он просит продать карту оплаты за 100 рублей, протягивает 5000-ную банкноту. После того, как девушка отсчитала сдачу, 4900 рублей, молодой человек обнаружил более мелкую купюру в 100 рублей и предложил вернуть назад 5000. Оператор согласилась, однако ловкость рук и мошенничество налицо. Посетитель отдает девушке всего 900 рублей и поспешно уходит. Она заподозрила обман не сразу, мошеннику удается скрыться. Поисками теперь занимается черногорская полиция.
Кирилл Лавров был успешно прооперирован в подмосковном ожоговом центре в Люберцах. В июле мы рассказывали о том, что мальчик 2 года назад сильно обгорел и особенно пострадали лицо и руки. Необходима была очередная пластическая операция, но у семьи не было денег даже на дорогу. Собрать необходимые средства помогали СМИ и республики. Люди откликнулись на боль родителей. И 19 августа Кирилл с мамой вылетели в Москву. Операция длилась 4 часа. Мальчику частично восстановили кожу на лице и удачно прооперировали руки. Из-за ожоговых рубцов на кисти у Кирилла перестали сгибаться суставы. Сегодня эта проблема уже позади. Рубцы практически незаметны. У нас теперь, так сказать, пальчик отделен от пальчика. Раньше это было все вместе. Он не мог даже в кулачок сжать ручку. Сейчас намного лучше. Это все выглядит. Он даже сам рад. Говорит, мама, у меня теперь хорошие, настоящие пальчики. А я хотела еще поблагодарить тоже это всех, кто помог нам осуществить нашу мечту, съездить в эту клинику. Добиться хоть и пока небольших, но эффективных результатов. Московские хирурги дают хорошие прогнозы, обещают полностью восстановить Кирилла. Сейчас мальчик проходит курс реабилитации дома в Минусинске. Следующая операция в ожоговом центре намечена на апрель. Рекламу БАДов отделили от лекарств. Поправки в федеральный закон вступят в силу уже через месяц. Сегодня авторы инициативы, антимонопольщики, на специальной пресс-конференции разъяснили суть поправок. Биологически активные добавки впредь должны будут сопровождаться предупреждением, не является лекарственным средством. В печатных СМИ эта информация должна занимать не меньше, чем 10% от объема самой рекламы. На радио предупреждение озвучивает не менее 3 секунд. Для телезрителей эта информация должна быть доступна не менее 5 секунд. Вместе с изменениями увеличивается и наказание. За нарушение требования предусмотрены штрафы для физических лиц от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных от 10 до 20 и для юридических до 500 тысяч рублей. Причем к ответственности будут призывать не только рекламодателей, но и тех, кто распространяет незаконную информацию. Это, во-первых, связано с расширением рынка БАДов и участившимися случаями злоупотреблений распространителей и введением в заблуждение населения относительно свойств данных средств. Так мы обычно минуя врача, даже зачастую, идем в аптеку и покупаем биологически активные добавки, веря в их чудодейственные свойства, а не лекарства, которые прописывает нам врач. Сегодня праздник у самого узнаваемого символа советской эпохи. 11 сентября день рождения отмечает граненый стакан. В этом году легендарной посуде исполнилось 70 лет. Производство начали в разгар войны в 43-м году на стекольном заводе в Гусхрустальном. Хотя прообраз граненого стакана существовал еще при Петре Первом. Тему продолжит Алиса Калиниченко. Граненый стакан – посуда номер один в советское время. Его дизайн приписывают талантливому скульптору Вере Мухиной, той, что создала еще один символ эпохи – дуэт рабочего и колхозницы. Классический стакан, одинокий или с подстаканником, регулярно появлялся в советском кино. Можно еще? Под них конструировались автоматы газ-воды и даже первая посудомоечная машина. Вера Мухина разработала стакан специально для общепита. Посуда настолько прижилась в народе, что и сегодня редкая столовая обходится без классического 16-гранного стакана. Его полюбили за простоту, размер и удобство. Вера Николаевна 40 лет трудится в общепите. Была свидетелем эволюции граненого стакана. Первые стаканы были очень слабые. Они буквально вот наливают что-то горячее, они трескаются. А потом технология все-таки как-то усовершенствовалась, и стаканы стали закалять эти. И стакан действительно, вот упадет на пол, он погремит, покрутится, и он снова целый этот стакан. Как и 70 лет назад, сегодня граненые стаканы производят на одном российском заводе в Гусь-Хрустальном. Посуда одна из самых востребованных. Популярность объясняется просто. Во-первых, цена. Как и в советское время, это самая дешевая стеклянная посуда. Раньше 3 копейки, сегодня 10 рублей. Это один из самых ходовых стаканов у нас. И по 1000 штук берут, и бывает и один стакан возьмут. Бывает и 500, по-разному. Ну а вторая причина популярности данной посуды, скорее всего, человеческая память. Слишком много воспоминаний, чаще приятных, связано с простым граненым стаканом. Олеся Калиниченко, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия.
Первый снег ожидается в Хакасии в ближайшие дни. Он пройдет в горных районах республики. Синоптики прогнозируют его 13 сентября. В этот же день будут и первые серьезные заморозки до минус 5-7 градусов. Все это будет сопровождаться порывами ветра. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите нас завтра.